психолог кабинета психологической помощи здесь и теперь в городе Мончегорске. Сегодня у нас пройдет с вами онлайн-консультация, на которой мы будем говорить о психологических качествах, которые помогут вам быть волонтерами. Это доброволец, военнослужащий, который был причислен на своем иждивении на военную службу по своему желанию, который хотел помочь именно военной службе, быть таким вот волонтером. Если еще смотреть, что раньше, в 20-е годы 20 века, например, волонтерство только начинало развиваться. И точно так же есть источники, что во Франции первые волонтеры были именно те, которые помогали на ферме. Потому что после войны была разруха, и вот они помогали восстанавливать именно сельское хозяйство. И за это они ничего не брали. Единственное, что они им помогали, и их обеспечивали питанием, да, и плюс это было сплочение, которое больше всего им как раз и нравилось. Что ж тогда приходит в голову, когда мы думаем, кто такой волонтер, кем бы он мог стать? Мы задавали вопросы некоторым ребятам, и что они сказали? Первым делом они считали, что волонтер, этот, ну, например, он должен быть честным, порядочным, да, будем сюда на наше деревце прикреплять, какими качествами все-таки считают дети, кем должен быть волонтер. Что еще? Он еще должен быть добрым. Любящий свое дело. Трудолюбивым. Терпеливым. Открытым и доброжелательным. Бескорыстным. Ну и также еще отзывчивым. Но самое, что интересно, еще все дети говорили, что обязательно, значит, у человека должна быть улыбка, да, потому что он общается с людьми, и улыбка помогает общению. Поэтому вот, самое активное, кто выбрал именно это. Психологические качества, которые присущи волонтерству. Это социальная активность, альтруизм, терпимость, ответственность, без этого никуда, эмпатия и толерантность. Сейчас мы с вами поговорим вкратце, что это обозначает. Подрезюмировав наши ответы детей, мы можем сказать, что человек вообще-то с самым главным качеством он должен обладать активностью. Активный человек стремится к определенной цели и ведет за собой других людей. Это активность, которая как раз подразумевает то, что человеку нужно общаться с людьми, выходить в социум. Эти люди обладают такими качествами, которые помогают взаимодействию, сплочению. Они видят больше и шире круг, что происходит вокруг. Социальная активность подразумевает активную точку зрения, которая имеет ценность в социуме, сознательное отношение к жизни. Эмпатия – это эмоциональное переживание другому человеку. Без этого внимания другому человеку мы никак не сможем представить, потому что с чем это связано? С доброжелательностью, с заботой, во внимании к проблеме человека. Что еще у нас? Самое главное, конечно, здесь уважение и внимание. Это определенное качество, которое помогает слышать другого намного больше, чем своего. Как раз альтруизм – это противоположность эгоизму. Когда человек слышит не только себя, что ему хочется, но также слышит именно другого человека. Ответственность. Благодаря моральной ответственности волонтер может быть причастен к определенной организации, где как раз он и несет ответственность. Кем быть, что делать, с кем взаимодействовать, выполняет определенные задачи.
При этом он еще также может выбирать самостоятельную руку. Терпимость – это качество необходимо обязательно, потому что в жизни бывают у человека разные ситуации. Он может прийти с каким-нибудь негативом, что-то у него, например, случилось, но, видя других людей, он должен в себе справиться и убрать эти мысли какие-то неприятные и быть все-таки с тем человеком, к которому он пришел, или пришел в группе людей каких-то, например. Что первое приходит в голову, когда мы говорим о волонтерстве? Первым делом обычно волонтеры помогают кому? Это детям, это престарелым людям, это сбор каких-то средств. В последнее время очень часто слышится, что мероприятия большого масштаба, которые проходят у нас в стране, когда были Олимпийские игры, футбольные матчи, очень много привлекалось волонтеров, которые приезжали и помогали, чем могли. А зачем все-таки нужны нам волонтеры? И что же они такого все-таки положительного берут для себя? Если смотреть со стороны, то это большое общение, где человек может познакомиться с другими людьми. Это возможность путешествовать, ездить в те места, в которые он не мог, например, поехать. Это какие-то совместные мероприятия, также совместные корпоративы. С другой стороны, если посмотреть, то волонтер на самом деле – это тот человек, который живет с многими разными людьми. И как раз все эти качества как раз и дают возможность этому взаимодействию. Люди, которые заняты благотворительной деятельностью, говорят, что за этим вообще-то будущее. Потому что это дает и правда сплочение, уверенность, понимать, кто ты есть, ставить свои цели, быть в социуме, не только одному. И как раз есть возможность там же и развивать свои качества, которых, может быть, у вас нет. И другие люди, те же волонтеры, будут помогать вам в этих начинаниях. Ребята, волонтерская деятельность как раз и поможет вам в ваших начинаниях. Она поможет развивать эти качества. Я как психолог, ребята, могу вам сказать, что, принимая участие в волонтерстве, вы обязательно добьетесь этих качеств. Много примеров в моей жизни были, да, когда дети участвовали с любого возраста и помогали от самого маленького до самого взрослого. Вступайте в команду проекта «За дело», делайте добрые дела и удачи вам!